лазурь. Лазурь нам тоже особо не нужна. Она хорошая, но особо не нужна. Сирень. Вот сирень нам нужна. Хотя зачем нам сирень, я не знаю. Это сажать сады. Да, но нам сажать сады, наверное, понадобится все-таки рано или поздно. Поэтому тоже лучше держать сирень, хотя бы сосенку сирени. Лазурь, наверное, можно юзать. Что можно юзать еще? Золото мы оставим. Изумруды можно юзать. Изумруды можно юзать. Янтарь можно юзать. Янтарь можно юзать. У нас тебе ничего не осталось, вообще ничего. Так, золото нельзя юзать, изумруды поюзали, сирень оставим, пурпур оставим, лазурь. Лазурь тоже можно заюзать, я думаю. Ну, мы оставим так 25, 0 и серебро. Серебро тоже юзаем. Я так не знаю, что дает серебро, мне какой-то холод. Вот, ну что, собственно, вот как-то так. Теперь можно выходить из этой локации. Сейвиться, наверное, не будем. Хотя нет, давайте засейвимся на всякий случай. Хотя у меня, по идее, должно быть автосейв тут быть. Так, ну и ползем. Ползем, скажем. Так, что мы будем пользоваться? Давайте пурпур. Ну, ползем к сестре вот к этой, а там посмотрим, куда дальше. Давайте один цикл еще так доиграем, посмотрим. Все. И хочется, раз уж победили. И все, нигде ничего не обновилось. У нас должно что-то сад быть, я что-то сад сажал. Я что-то... А, я не садил сад, да? Я ушел отсюда или нет? Что-то я забыл. Сажал я тут сад или нет? По-моему, я посадил тут сад. О-о-о! Начался оно, карнавал. Не знаю, кто ты, но верю, что ты явился для великих дел. Мне нет дела до братьев, которые не желают тебя учить. Я сам стану твоим наставником. Отныне во мне ты всегда найдешь помощника и друга. Да конечно, ты разграбил мой сад! Я открою тебе таинство, скрытое от сестер. Спящий смерть. Сейчас он гибнет. Гибнет от того, что кто-то выжимает его, превращая драгоценную лимфу в нерв. А кто это так делает? Кто-то тратит последние капли цвета на мертвую природу. Именно от этого расплодились поганые недородки. Эти черви тоже хотят жить. И они жадно пьют лимфу цвета, отнимая у спящего остатки жизненной силы. Это трагедия ночи. Долг братьев — хранить спящего любой ценой. Он приютил нас, он наградил нас лимфу цвета. Каким-то чудом ты одолел вещи. Но осталось еще двое червей, неуязвимых для нашего оружия. Победи их до истечения 33-го цикла, пока они не выпили все. Соверши новое чудо. Легко! И я, вопреки воле братьев, вознагражу тебя особенным сердцем за каждого из них. Прикольно. Двух червей-то поем легко, но только пусть к ним откройте. Я бы их легко бы там затащил. На скеле и бешеном креативе. Не говорит, что все мои посаженные деревья куда-то делись. Это будет троллинг 99 уровня. Ну-ка, я что-то не вижу деревьев. Да идите вы! Ну они взяли все деревья мои посаженные, замочили, засушили. И что теперь делать?
Я не знаю, что теперь делать. Это же просто ГГВП на уре. Что тут идет? Рудник. Сад. И сейчас еще в руднике он все попьет, да? Тиран. Нет, рудник он стал, отлично. Так. Значит, сначала идем в свой сад. Берем тут зелень все. Собираем. Печально, печально. Куча этих, куча. Ну, давайте. Да блин, да что об вас? 23, а что так больно-то? Потому что у меня зелени нету, да? У меня как-то мог фаншотнуть. Да... Ну сколько вас тут? Раз, два, три. Ну блин, вот убивать тут сколько маны надо? 30 маны, 40. Придется убивать, а что делать? Блин, я не знаю, как проходить дальше. Дальше, чем дальше, тем сложнее и сложнее все. Так, просто перечеркнем, наверное. Огонь, очень интересно. А, она его фиг убьет, гончая. А, она так и будет теперь летать, как гончая. Да, нифига она не бьет. Она так и бьет, сколько у нее ман не стали, она столько и бьет. Да блин. Блин, я уже залил тут, как пол червяка. Да ну почему ж ты не умираешь-то? Ну как? Сколько? Еще один. Короче, все, давайте, наверное, на сегодня хватит. Что-то я уже начал фейлить. Пурпур украли. Новых не видел мобов. Новых мобов. Да-да. Украли. Ну, в общем, блин, очень сложно. Я даже не знаю, вот так вот я оцениваю свою позицию. На сегодня, наверное, все. Потому что, ну, ничего не спаунится, нифига. А мне снят все требует. Воюй, 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 воюй. Смотрите, ну вот тут вот. Блин, не умру, покажу последовательно ситуация. Ну, по сути, вот тут вот сейчас почти ничего не заспавнилось. Опять, а, вот тут дофига чего заспавнилось. Чем он Гольфьера все съест. Ну, я все равно буду пересейвливаться. Все сюда он будет. О, он, кстати, наверное, обидел. А, он по мозгам получил. У меня же там ловушка стоит. Ты на хорошей дороге. Интересно, ко мне постарайся он пойдет? С нее не сходить. А, кстати, тиран, что мне скажет, если я с ним не буду? Ты сюда не войдешь. А, видишь, интересно, я в сад на эту выхожу, и он мне говорит, что нифига. Ну, понятно, понял смысл. Так, в общем, тут вот надо сады свои делать. Да, вот тут нафига, смотрите, нам спавнилось. Интересно, откуда там много так наспавнилось всего? Странно, потому что я там один ход ничего не брал. Поэтому ехал. А, кстати, уехал, да, давайте с эхо поговорим. Вот тут будет эхо, да, и где был. Все, умирает, да, умер. Так, да. Теряют души. Их выпускают. Ну ладно, сейф есть, все есть, все хорошо. Души, они ведь тяжелые. Чтобы удержать. Ну ладно, дракона мы убили. Самое главное. Самое главное, что для... какой у нас был самый-самый сложный вещь, это был дракон, мы его убили. Ну и все. На сегодня давайте заканчивать. Когда новых увидишь, мы будем сейчас. Все, изи, что еще есть новые мобы? Я думал, это ты так. Потроллил меня про новых мобов. Они еще новых мобов сделали. Ладно, на сегодня все. Спасибо всем тем, кто смотрел. Спасибо за внимание, приходите еще, будет Тургал, будет много всего интересного, так что подписывайтесь, если понравилось, ставьте плюсы.
Ну а на сегодня давайте с вами будем прощаться. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.